Пион Уолтер Мейнс. Создал его Мейнс в 1957 году. Пион классика. Он невысокий, 75 сантиметров. Диаметр цветка до 18 сантиметров. Это гибрид с японским типом цветка. Темно-бордовый. Вот такой алый даже. Тычинки. Красный с желтым, с желтой окантовочкой. Стебли прочные, хорошо держатся. Я считаю, этот пион тоже должен быть в каждом саду. Золотой медалист американского общества 1974 года. Очень узнаваемый. Мейнса Уолтера ни с чем не спутаешь, ни с каким пионом. Хотя сейчас много начали похожих пионов появляться.